А ми повернулися, дорогі друзі. В ефірі вже третя година прямого ефіру. Програма «Новий день» вас вітає. Інна Савіцька, Віктор Дяченко. Ну і звичайно ж, ви бачите, що ми вже готові представити наших гостей. Це Олександр Виноградов, хореограф команди танцювального клубу «Слайс», Дар'я Верховецька, хореограф танцювального клубу «Слайс», та Анастасія Яцьків, теж хореограф танцювального клубу «Слайс». Вітаємо вас, хлопці і дівчата. Дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я приєднуюсь до вас. Не просто так сьогодні у нас зустріч, тому що є хороший привід. Саш, що саме розповідаєте? Привет. У нас отличная даже новость есть. Завтра нашему клубу исполняется 16 лет. Отлично. 16 лет мы в деле. В общем, уже взрослые такие. Уже переходим во время возраста. Во время монтажа говорили, пока ребят не было, на определенное время они уезжали со страны, а другие танцевальные коллективы так уже пониже уровнем вздохнули свободно. А теперь «Слайс» опять везде. Они просто крутые, реально, они всех опять-таки радуют николаевцы. Спасибо вам. А мы не останавливаемся, по сути, поэтому мы стараемся что-то новое делать. Вот завтра непосредственно в честь нашего дня рождения будет проходить чемпионат Fresh Masters. Это очень мощное событие в нашем городе. Это, грубо говоря, такой прецедент в танцевальной культуре, где соберутся все, грубо говоря, представители нашей страны, которые представляют различные танцевальные направления. То есть будет мощный чемпионат. Чемпионат. Вопрос такой, с каких городов именно и сколько вообще участников вот в такую цифровую часть, вы уже знаете? Да, вчера зашел в топик нашей регистрации, увидел очень много городов. Это все областные центры нашей страны, от севера до юга, от запада до востока. То есть все областные центры, очень много городов едет. Самые сильные представители тоже нашей страны будут здесь завтра в Николаеве. Все приезжают сюда. Какие-то сюрпризы николаевцам готовите? Готовится очень классное шоу. Это постановка, наша большая работа всех тренеров, всех хореографов «Слайса» и всех наших воспитанников, наших детей, наших учеников. Это спектакль «Тайна». В нем мы раскроем очень интересную идею. Покажем это все в танце и презентуем, в общем, это все завтра. Одним словом, докажете, что время и, точнее, юбилей не означает еще старость, что только новые идеи появляются. Нам 16 лет, у нас еще все впереди. Да, у нас все впереди, мы еще даже в институт не поступили. Да, действительно. Ну что ж, хотелось бы узнать о времени для наших телезрителей, проанонсировать время, когда можно прийти и как вообще прийти. Да, уважаемые телезрители, завтра в 11:00 начинается отборочный тур чемпионата Fresh Masters, концерт «Холли юности». Затем в 18:00 начинается вечернее шоу и финалы. Все будет проходить до 20:00, а тем, кому есть 18 лет, в 23:00 начинается автопати. Только это никому. Девчонки, как вам вообще в «Слайсе» и как давно уже со «Слайсом»? Ой, ну в «Слайсе» я около 5 лет, до этого я занималась в многих разных коллективах, получала опыт, но «Слайс» — это вот моя любовь, мое все, «Слайс» — это... Люблю «Слайс». Как для тебя? «Слайс» — это семья, на самом деле. Да, действительно, отлично, я хочу сказать, семья, приходилось снимать просто для сюжета, а Саша, поэтому я хочу сказать, что очень дружная команда, ну и всегда радуете тем, что новые и новые какие-то достижения свои показываете зрителям, ну и все, конечно же, вас любят. Кто у нас танцует? Только «Слайс». Красавчики. Действительно. Танцует, на самом деле. Танцует, ну, танцует, а кто хорошо танцует, это «Слайс». Поэтому мало. Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы есть. Действительно, вы уже визитка нашего города. Я просто приходится бывать в других городах. Многие о вас не только слышали, но многие подписаны на вас, смотрят ваши новые видео, новые работы ждут. Поэтому это очень приятно, что в Николаеве действительно есть достойные танцоры. Спасибо вам. Я предлагаю сейчас нашим зрителям посмотреть видеоработу, в которой, соответственно, вы показываете свое мастерство. Смотрим.